кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой, и что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, дыхание. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть минуту отдать того газа, что не умели Ласточка, вот красавица. Пойду шупаться. Вот какая красавица. Вот какая красавица. Моя хорошая девочка. Хорошая. На фоне института. Минус 20 градусов. Сейчас начнется. А? Процесс-то размести. Вот, теперь чуть-чуть возьму эту лунку. Вот. Вот, подготовка. Шада. Теперь буду раздеваться. Самый кайф начинается.
Смотри. Твои такие. А теперь. Спасители топнутся от поводной глади ногой. И верно, дурак, и Андрей встречает по брёвну солями домой. Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат, а висит-то на нём. А как хорошо. Когда надоест, возвращайся назад. Хорошем теле, здоровом теле, здоровый дух. Но я даже шапку сниму для тебя. Сами для тебя. Всем здоровья.